так порвём. Добрый день! Мы сейчас находимся в Нахаль-Хацбани, это истоки Иордана. Вот эта вода идет прямо с горы Хермон, тающие снега, и мы сейчас вот на вот этих лодках резиновых спускаемся вниз. Мы Нахаль-Хацбани от Нахаль-Иордан до реки Иордан. Меня на самом деле, по поводу нашей недели главы, посещает сильно одна и та же мысль. Моше Рабейну, великий пророк, который заслужил у Всевышнего передать Тору всему еврейскому народу на все века. У него есть качество Неца, вечность. Он мечтал пройти, спуститься, написано, хотя бы одна ама, хотя бы на 50 сантиметров зайти за Иордан. Хотя бы на 50 сантиметров, для того, чтобы вся Тора, которая у него была в потенциале, в земле Израиля стала реальной Торой. И вот он не смог это сделать. Всевышний сказал, ради спасения еврейского народа, ради того, чтобы все, что ты сделаешь, должно быть бемидас нецах, качеством вечность. Поэтому, если ты войдешь в Эрец Исраэль, если ты построишь храм, то тогда не будет возможности еврейского народа согрешить, и я тогда уничтожу храм, потому что если ты построишь храм, и храм будет вечно, тогда, не дай бог, за грехи должен быть уничтожен еврейский народ. Поэтому Моше Рабейну не мог зайти даже на Ама-Ахат, на 50 сантиметров в землю Израиля. А мы сейчас здесь, в Нахаль-Хацбани, внутри Эрц-Исраэль, сейчас спустимся на Иордан. И у нас есть сход в какой-то степени даже больше, заслуга даже больше, чем Моше Рабейну. И говорят, что Рабицель Блазер, когда приехал первый раз в Израиль, в 1907 году, первый раз и последний, он говорит, я заслужил того, что не заслужили Моше Рабейну и Аарон а-Коэн. Вот это вот ощущение меня просто переполняет здесь, когда мы спускаемся, Барух Ашем, с нашими детьми, чувствуем холодные воды и говорим спасибо Всевышнему за ту долю, которая у нас есть. Большое спасибо. Все, уходим быстрее.